соблюдайте, пожалуйста, масочный режим. У нас распространение коронавирусной инфекции. Не забывайте об этом. Правила использования средств индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах ужесточили в Еврейской автономной области. Обязательным является ношение медицинских масок в автобусах, магазинах, торговых центрах и других учреждениях массового скопления людей. Как отмечают представители мэрии Биробиджана, если при посещении торговых точек граждане проявляют сознательность, то при использовании общественного транспорта продолжают пренебрегать правилами. Исполнение данных требований контролируется правоохранительными органами. Их неисполнение грозит административной ответственностью. Мы проводили совещание с представителями организации перевозчиков, где до них была доведена информация, что за последние полтора месяца уже было составлено порядка 900 протоколов на работников общественного транспорта. Это водители, кондуктора и все, кто к этому причастен. Распространяются эти правила и на пассажиров. Если они отказываются надеть маску или покинуть автобус, водителям предписано остановить транспортное средство и сообщить о нарушении сотрудникам правопорядка. Если человек категорично говорит «нет» и при этом не освобождает общественный транспорт, соответственно, должен быть сделан звонок в органы полиции, которые оперативно должны отреагировать, приехать, составить протокол на данного гражданина и предпринять все меры для того, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта. Продолжается и работа по дезинфекции автобусов, общественных пространств, учреждений культуры и образования. Что касается обработки подъездов в многоквартирных домах, то она будет проводиться там, где зафиксированы случаи заражения или где проживают те, кто контактировал с больными. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Кирилл Богаченко, Новости 21.